Соловьев открыл новый вид преступлений. Город Екатеринбург. И что же? Мерзавец. Ты. Срывает шапку. Что у него перед шапкой? И оскорбляет ребенка. Ужас. Отец которого воюет в СУ. И что с того? Этого подонка зовут Александр Неструев. И факты тут налицо. Ленинский районный суд. Суд разберется. Вносит приговор. Какой? 7 000 рублей. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! 7 000 рублей! Класс. Ну что? Орет хорошо. Да за 7 000 рублей он каждый день это будет делать. Пыль в глаза пускает. Каждый день. Оно думало, что все евреи умные. Оно не знает, что каждый второй еврей дурак. Посмотрите. Эту шапку, не дурак, родителям твоим, идиот. Тебе его харя не нравится. Ты на свою посмотри. А может этому в жопу засунуть все шапки из его гардероба? Засунь их себе. Значит, этот педрило гребаное пришел, наверное, в суд. Жертву-то из себя не строй. А из жопы у него торчат все шапки из его гардероба? А, на жопе шерсть. То тогда 7 000 рублей. А, ну тогда, конечно. Отец мальчика на фронте воюет, а ты этому подонку 7 000 рублей? Вы что, решили, что вы как долбанный центробанк? Доллар, как известно, скукоживается. Падает, падает, точно. Рубль укрепляется. Ха-ха, не понял юмора. Рубль укрепляется. Еще ни одна крепость не выдержала долгой осады. Поэтому нужно это все пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. Я, наоборот, считаю, что деменция, она ведь политике-то не помеха. Все понятно, просто мы там перебираем время. Вы этого хотите? Да все этого хотят. Вы хотите, чтобы народ потерял доверие к тем, кто должны народ защищать? Кипиш нужно устроить. Так. А я вам так скажу. Нужен СМЕРШ. Третий нужен. Я готов его возглавить. И возглавил его, потому что должен был. Этот СМЕРШ спросит жестко. По действующему законодательству Российской Федерации. Это называется беззаконие. Что этих солдат, которые обучились, 18-летних, надо отправлять на фронт, чтобы они участвовали в боевых действиях. Тебе лечиться надо, наркоман. Не 40-летних мужиков призывать, у которых высшее образование, бизнес, жена, трое детей и что-то там, и гибель которых на фронте вызовет необходимость платить пенсию жене, платить пенсию детям и прочее, прочее. И как ты, дурачина, додумался-то до такого вообще, а? А вот, 18-летних пацанов, как бы это цинично не звучало, а их придется отправлять. Ну, ты хорек. И никуда от этого не деться. Никуда. Вот и доигрались. Все эти рассказы про то, что эти люди там прошли горячие точки, воевали. Смысл последнего высказывания не ясен. Вы, граждане, хорошо представляете, на что похож российский мужчина физически уже в 40 лет. Правильно, ты и так на бомжа похож. Как он там может бегать, может прыгать, спать на холодной земле? Что у него с простатой? Что у него с почками от постоянного употребления алкоголя? На что не способен. Мудила. Только бухать. Че, он вам что, это, какой-то монстр? Нет. Любая религия, замешанная на крови, есть монстр, который рано или поздно пожирает собственных детей. Дети, дети, ведь должны идти в армию, служить в армии 2 года и участвовать в боевых действиях. Дураки умирают первыми. Только так. И только такая армия нам и светит, я так считаю. Как говорил Калигула, если ты залез в глубокую жопу, всегда ищи просвет.